Привет, люди, с Рождеством! Боже, какой сегодня у меня день! Он и хороший, и геморройный. Начнем с того, что мы ночью отмечали Рождество. Сначала у меня дома, потом мы ездили к друзьям в таверну, потом все вернулись ко мне домой. И теперь вот это все, что недоедено, кто-то должен доедать. Кто на Хайнане, приходите, накормлю. Даже борщ еще есть. Вот. Во-вторых, мне надо было в полицию. В 10:30 я должна была утра быть там. А я 6:30 проводила только гостей. Короче, как я проснулась, как я поехала, это отдельная история. Мне пришлось с утра себя накормить, потому что иначе я бы не доехала. Вот. Потому что мы же не просто сидели, мы отмечали Рождество. Вы знаете, зачем нас вызвали в полицию? Чтобы мы просидели там целый час, ждали очереди, а потом нам 3 минуты прочитали инструктаж. Пожалуйста, не работайте нигде в другом месте, работайте только в своем ресторане, или у вас будут проблемы. Боже, мы этого не знали. Ой, какое солнце это вообще. Давайте я как-нибудь отвернусь, и меня будет меньше видно, зато будет видно море. Так, наверное, лучше. Вот, я, короче, приехала домой с друзьями, их еще накормила, и еще приходите, еще есть чем накормить, еще даже оливье осталось, и селедочка есть под шубой, и картошечка, и борща маленькая. Я о чем говорю? Я, короче, думаю, что я сижу дома, такая погода, какого черта я сижу дома, поеду я плавать. И вот я сейчас как пойду плавать, но я же могла пойти в Додунхай, да, поехать. Я не хожу, я езжу. Потому что я так люблю свой мотоцикл. Во-первых, он едет, это радует. Он вообще едет, он не застревает на перекрестках, на светофорах, не глохнет. А во-вторых, у него не садится батарейка каждый день. Он просто едет и меня везет. И я, короче, не поехала в Донухай, я уехала в Санья-Бэй. Вот там вот, сейчас покажу, вот дома да, видно. Hello. Боже, вот это не сейчас. Давай не будем мы сейчас разговаривать. Я блог записываю. И, короче, я поехала в Додунхай, в Санья-Бэй. Мне же надо было проехать 9-10 километров. Мне же неинтересно за 2 километра ездить купаться. И сейчас я пойду плавать. А это еще такой прикол. Едешь, короче, по городу, по всем пробкам. Материшься на китайцев, они все равно не понимают, что я говорю. Они сегодня, кстати, подрезают по тяжелой. Сегодня меня подрезали несколько раз прям школьницы, прям в школьной форме с пионерскими галстуками. Ну, просто, понимаете, вот дети вообще правил не соблюдают, едут, летят, подрезают. Ну, я аккуратный водитель, я же не летаю. У меня мотоцикл со скоростью 34 километра в час, и быстрее он, в принципе, вообще не едет. Вот. Сейчас я наплаваюсь, накупаюсь и поеду домой отсыпаться, потому что меня надо положить спать. Но сначала меня надо отмочить в воде, потереть мою морду песком, потому что морда, чтобы не старилась. А, собственно, что я помню, что мне надо было запилить блок, а зачем? А, просто всех поздравить с Рождеством, показать вам море и сказать, у меня хорошее настроение, и я... Дарю вам море. Боже, какая у нас зима. Вы не представляете. Это вот та зима, которую я люблю. Когда ты сидишь, вот я реально в шортиках и маечке. И ты сидишь и думаешь, если я сейчас все это не сниму и не зайду в море, я сдохну от жары. Вот. Поэтому ловите море. Я искупаюсь за вас. Привет с острова Хайнань. Какая жалость, что закрыты границы и вы ко мне не прилетите. А так хочется поделиться своим хорошим праздничным настроением со всеми.